60% россиян – жаворонки, которые ложатся спать в будни с 22 до 23 часов. Данные приводит аналитический центр «Левада». Еще около 30% прекращают бодрствовать только после полуночи. Опрос проводился в ноябре прошлого года. Современный образ жизни обсудят на следующей неделе в Уфе на презентации проекта РБК «Уфа. Стиль жизни». Она состоится в Краун Плаза Уфа Конгресс-отеле 20 марта. Среди спикеров – известный стилист, телеведущая и создатель собственной школы стиля Катя Гершуни. Бизнес-тренер, предприниматель, эксперт по брендмейкингу Мария Озаренок. Архитектор Серджио Ферранди и другие эксперты в области продвижения личного бренда и бизнеса. Краун Плаза Уфа Конгресс-отел с удовольствием откликнулся на мероприятие «Стиль жизни РБК Уфа». И мы стали партнерами такого замечательного проекта. А ведь эта тема очень интересна и близка нам. Гости нашего отеля – это успешные деловые люди, которые следят за последними тенденциями моды, ценят высокий сервис, комфорт, находятся в постоянном развитии. Как раз этот контингент является участниками проекта «Стиль жизни РБК Уфа». И лично мне очень интересно посетить данное мероприятие, послушать ведущих российских и международных экспертов, которые расскажут, как именно сделать свой имидж, личный бренд, как обустроить деловое пространство. Регистрация на презентацию проекта РБК Уфа «Стиль жизни» продолжается. Количество мест ограничено. Подробности на сайте, адрес указан на экране. Также всю интересующую информацию вы можете найти в социальных сетях РБК Уфа.